В России проведут реформу аспирантуры. О серьезных изменениях на третьей ступени высшего образования заявил глава Академии наук Александр Сергеев. Нововведения коснутся в первую очередь срока обучения. Его поднимут с 3-4 лет до 5-6. Кроме того, планируют сократить количество учебных часов и увеличить время научной практики. Защиту кандидатской диссертации сделают обязательной. На сегодняшний день аспирантуры есть почти во всех ивановских вузах, правда, идут в нее далеко не все. Большинство молодых людей ограничивается степенью бакалавра, максимум магистра. На кафедрах химико-технологического университета выпускникам предлагают продолжить обучение и всерьез задуматься о научной карьере. После окончания аспирантуры можно защитить кандидатскую диссертацию. К слову, молодым людям она дает право не служить в армии. Если аспирантура останется уровнем образования, нужно будет существенно изменить учебный план, уменьшить число аудиторных занятий и увеличить время на непосредственно занятия наукой по той теме, которая задана руководителем, аспиранту. Стоит ли увеличивать срок аспирантуры? Ну, вопрос этот спорный. Вот как раз президент РАН Сергеев предлагает увеличивать до 5-6 лет. Ну, на мой взгляд, это нереалистичное. Иван Скворцов, аспирант первого года обучения на кафедре органической химии, говорит, что остался в вузе после магистратуры по совету научного руководителя. Исследование молодому человеку нравится. Это подтверждает недавно полученная стипендия президента на обучение за рубежом. Скоро Иван отправится в Чешский университет. Там продолжит работу над своим научным проектом. Именно аспирантура подтолкнула серьезно погрузиться в тему. Если есть у человека желание, почему бы и не пойти? Если есть интерес познавать что-то новое. Если есть интерес стремиться развивать то или иное научное направление, тем более если это будет полезно для общества, для страны в целом, то я думаю, да, людям с желанием сюда только все двери открыты. О том, чтобы посвятить жизнь науке, Александр задумался еще на 4-м курсе бакалавриата. Теперь он тоже на 4-м курсе, только уже аспирантуры. После планирует остаться в вузе и преподавать. Научная работа требует немало времени, поэтому устроиться еще куда-то весьма проблематично. Чтобы комфортно заниматься исследовательской деятельностью, аспиранты стремятся получить дополнительные стипендии – президентские и правительственные. Аспирантура – это прежде всего научное мероприятие. Хотя сейчас она считается третьей ступенью образования. И, как известно, по окончании ее выдается диплом, который подтверждает квалификацию исследователь, преподаватель, исследователь. То есть, помимо, собственно, научной работы, в аспирантуре обучают еще ведению действительно занятий, преподаванию, так скажем, да. Все-таки я бы рекомендовал идти туда исключительно тем, кто заинтересован наукой и кто видит свою дальнейшую жизнь рядом с ним. Чтобы реформа прошла действительно хорошо, нельзя забывать об экономической стороне вопроса. Стандартная стипендия аспиранта в Иванове редко превышает 10 тысяч рублей. Сумма довольно скромная. Так, если повышать срок обучения, хорошо было бы увеличить и стипендиальный фонд. Вопрос финансовой стимуляции научных сотрудников в Академии наук не затронули. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.